Сегодня я побывал на индивидуальном мастер-классе. Это мой второй мастер-класс. До этого мы рисовали пионы на групповом. Безусловно, эта картина намного сложнее, чем пионы, поэтому был именно индивидуальный мастер-класс, где педагог может больше времени уделить, где можно использовать более сложные техники. Мне очень понравилось, получается, это я второй раз, с удовольствием приду и третий. Обязательно пойду на индивидуальный мастер-класс, потому что все-таки мне хочется научиться освоить все возможные техники и научиться их с легкостью применять. Большое спасибо Ирине Анатольевне за то, что так легко находит подход к своим ученикам, так легко объясняет. Я провожу эти часы здесь, в этой студии, с огромным удовольствием. Меня зацепило, и я с удовольствием буду еще ходить по выходным рисовать. Я хочу сказать, что мы очень рады, что мы произвели на вас такое впечатление. Мы рады быть полезными, приносить радость. В этом наша задача есть. Будем вас еще ждать, чтобы вы приходили и еще создавали свои картины вместе с нами снова и снова. Спасибо вам. Спасибо вам.